Самое интересное для работающего человека, вот это вот конфета за неделю, как он будет ее раскусывать, вот это вот я взял, у меня дети морскую, морских черепашек содержат, вот у них мясо, я взял, оказалось столько, сколько мы им даем на неделю, только там, к сожалению, мясо черепашка мы, ну, без костей, а там предполагается костями, когда мы посчитали, сумели купить, я уже не говорю о чае, который придется пинцетом раскладывать в этом случае, вот это вот, например, печенье за неделю, которое предполагается, мы понимаем, это федеральный вопрос, но мы просили вас, давайте от областной думы сделаем официальное обращение, и мы готовы будем поддержать, да, что невозможно на это все прожить. Когда у пленных немцев по нормативу после Сталинграда, голодающих в Советском Союзе, по нормативам было больше, чем сейчас мы это утверждаем. Поэтому я не буду доставать тут картошку, которая менее одной в день, яблоки менее одной в день, зато хлеба. Вот все калории там берутся хлебом. Самое дешевое сейчас, знаете что, в пересчете на зарплату? Единственный продукт питания, который сейчас дешевле, чем в Советском Союзе. Дешевле, чем в Советском Союзе. На зарплату пересчет. Это водка. Все остальные продукты сейчас гораздо дороже. Поэтому вот голубой ленточке, цвету, так сказать, партии, которая вас может это, я привязываю, но, к сожалению, такую ленточку. Я надеюсь, подарочную свечку, эту доску, я не буду передавать этой женщине, боже упаси, скрыть те продукты. Они неделю мы их попробовали хранить в холодильнике. Мы их покупали в магазине, на видео это заснято. Когда мы, нам стеснялись, мы стеснялись, нам самое плохое. Нам, знаете, что сказали продавцы? Вы думаете, вы единственные, кто выбирает самые плохие в таком количестве? Приходят люди, бабушки и так далее, покупают, так что не стесняйтесь. Так вот, не скрывайте, пожалуйста, потому что там за неделю они в таком полуплачевном состоянии, картошки, селедки, самые плохие, что сейчас лучше не скрывать. Спасибо, вы сказали. Я передаю, я не рискну передать. Я вот не составлю. Да, кстати, вы сказали, что вы Николаю Николаевичу Бондаренко передали. Николай Николаевич Бондаренко отказался. Он пожалуйста.